Всем доброго времени суток, друзья. Вот он подъехал гайд на Разора. Давайте разберем немного по скиллам, как обычненько. В общем, смотрите, первый спелл у нас называется Plasma Field. Что же он делает? В зависимости от левела, то есть давайте разберем четвертый уровень прокачки. У нас типа написан damage, минимум 180, максимум 370. О чем это говорит? В общем, давайте вообще посмотрим, что это у нас за спелл. Создается вот такая волна. И почему написано минимум и максимум? То есть, чем дальше мы от противника, тем сильнее продамажит этот спелл. Если противник стоит к нам в упор, примерно вот здесь вот, то дэмэдж ему нанесется по минимуму. То есть, максимально дэмэджа можно нанести с этого скилла 360. То есть, если мы вот здесь вот краешком кого-то зацепим, то нанесется 360. Дэмэдж наносится волново, то есть у нас создается волна, как видите. Их две. Одна идет и возвращается. Это две разные волны, два разных дэмэджа. То есть дэмэдж тут по сути варьируется. Тут нельзя конкретно сказать, какой дэмэдж мы нанесем противнику. То есть вот мы в принципе можем вот так вот законтролить. Если вот это противник, то максимально дэмэджа нам получится нанести ему вот так вот. То есть если мы краешком именно зацепим. Если же мы подойдем вот так вот в упор и кастанем, то, к сожалению, дэмэдж нанесется по минимуму. И не 360 дэмэджа нанесется, а всего сколько? 90 минимум и 125 максимум. 90-180 дэмэджа всего нанесется. То есть вот такой вот спелл у нас первый, ребят. Надеюсь, внятно объяснил, что он делает. Конкретно как им работать этим спеллом. Этим спеллом нужно краешком именно дамажить. То есть вот если вот это enemy, нужно максимально краешком зацепить первым спеллом. Поехали на второй спелл. Второй спелл это у нас высасывание дэмэджа, ребят. Все очень просто. Просто вот кидается вот такая вот хрень. Дэмэдж у нас возрастает. У противника же он уменьшается. Этот бонус длится у нас 18 секунд. И колдаунится 26. То есть посмотрите, у меня 224 дэмэджа. Я просто перекачал дэмэдж. А у Венги дэмэджа этого нету. Этот прикольный спелл очень легко контрит, знаете кого? Милишников. То есть, если мы стоим на разоре против милишника, в приоритете качать второй спелл. Первый спелл, в принципе, нет смысла будет качать, потому что с помощью дэмэджа мы сможем переластхитить противника. Это будет все намного проще вам в дальнейшем реализовать. То есть, по левельная прокачка там зависит именно количество дэмэджа, которое мы будем высасывать. В принципе, спелл вот такой классный. Можно выкачать 224 дэмэджа просто так. Просто так, то есть запомнили, ребятки, да? Надеюсь. Вы можете просто рядом бегать с противником. И будет просто сосаться вот этот дэмэдж. Давайте еще раз вам покажу. Кидается такая штука. И на определенной дистанции она, к сожалению, разрывается. Видите, разорвалась. И тот дэмэдж, который мы высосали, он остается. Но он остается нам, опять-таки, на определенное время. Вот такой вот спелл. Давайте перейдем к третьей способности. Третья способность у нас все просто по ней. В общем, смотрите. 4, 8, 12, 16 movement speed и 130 дэмэджа. О чем это говорит? 130 дэмэджа каких-то. Смотрите, у нас появляется аура красивая вот такая вот. Давайте остановим разор, рассмотрим. Такая красивая аура. Очень красивая аура. Мне реально жестко нравится, потому что в доте нету больше таких красивых аур. Одна из самых красивых аур. И конкретно давайте третьего спыла. В общем, смотрите, что тут написано. Увеличивает скорость разора и дает эффект, если кто-то что-то таргетно направляет на данного персонажа. Какой у нас будет эффект? Наносится пурги. В течение 2 секунд чел получает пурги и наносится дэмэдж. Этот спелл классно контрит абсолютно все таргетные спеллы. То есть нам как бы все наносится, но если на нас что-то нажимают, чел на 2 секунды просто... Ну, вот, знаете, пурги, да, очень сильно пуржит. Наверное, ставлю вот здесь вот, как выглядит пурги. Все, увидели. Вот. И, то есть, сам по себе спелл классный. Если на нас Бристлбэк накидывает первый, он постоянно в пурге, знаете, он кинул, догнать не может. Кинул, догнать не может. В общем, позволяет нам быть более мобильными и неприятными для противников. Поехали на ультимейт. Касаемо ультимейта, все, ребятки, просто. В обзорах на аганимы я полностью показывал, как работает наш ультимейт. Полностью рассказывал, но давайте я повторюсь. В общем, дается у нас вот такая вот тучка, которая наносит дэмэдж раз в 0,42 секунды, если не ошибаюсь. И
нанося дэмэдж, снимает армор. То есть она бьет вот так вот, и смотрите, армор убавляется. Очень жесткий спел на самом деле. В сочетании со вторым, то есть представляете, мы вытягиваем, вытягиваем всю арморку, вытягиваем весь дэмэдж и просто можем жестко душить энеми. В общем, вот такой вот ультимейт на Разоре. Ребятки, по аганимам тоже смотрите, что делает его аганим. Ссылочка на аганимы в описании. Вот так вот, ребят, рассказал про все скиллы на Разора. Давайте перейдем к практике. Господи, зачихались. Итак, ребят, начинаем. Начинаем. Вторая игра, первую игру проиграл на Разоре, чтобы показать вам отличный гайд. Гайд был прекрасный просто, но нас было трое. Просто проиграли, смысла нет вам это объяснять. Так, ладно, зачем я вообще это объясняю? Поехали, так. Хватит, тут же тих змей, господи. Так, ну курьер мой забирает руну, я мид. Иду, алло. Шторм пойдет мид. Ну, будем даблой стоять. Я не дам мид центр. Даблой будем стоять. Я сразу написал, я мид. Будем даблой стоять. Найс, дабл мид. Погнали. А, ну на автоатаке будет пацан играть, походу, еще. Уйди. Это банлист. Просто. Найс, начало. На топе кто у нас там? Пуш, пойду на топ, тогда хрен с ним, там будет удачнее стоять. Дефолтная каточка, ребят. А он на центре. А там в идеале ему линию оставлять по кайфу было бы. Потому что персонаж у него против милишников очень хорошо подходит. Ну и я тоже против милишников хорошо подхожу, в принципе, поэтому я туда иду. Высасываю немного дэмэдж. От одного крипа своровали, называется. Не знаю, не хочу отлучаться от крипов и сапог. Сапог такое себе. В этом магазинчике возьмем. Не люблю стоять не на миде тем, что у этого персонажа очень мало дэмэджа с руки. Ласт хитить им тяжело. Тяжело, вот допустим с виномансером я стою, мне тяжело будет с ним ласт хитить, потому что он мне будет в любом... В любой вариации будет пытаться заруинить меня и максимально всех крипов. Вот, да, просто добивает. И тут как бы такая тема. Еще они не подходят, энеми наши, чтобы с них дэмэдж стягивать. Просто 3-1 крипстат у меня на второй минуте. Ну, залог успех, как говорится. Его пуджа немного похарасим. Баш сразу ферстом. На, просто. Ну, я понимающий, так сказать. Я, короче, тут стоять. Будем играть неординарную доту. Сейчас крипы пойди ходить. Ну, крипы сейчас у Т2. Вот они, крипы наши. Дэмэдж уже есть.
Блин, я вот, ну я хотел застилить. Ну вот хочу застилить. Еще и сдох. Ну вот серьезно, вот. Там просто, понимаете, такой дэмэдж, я вижу, что я, возможно, сейчас, если ударю, он сможет засуицидиться. Но он мог и убить меня, в принципе. Ну ладно, ладно, я понимаю, лох. Лох, лох это судьба. Это у меня в прошлой катке то же самое было. Лох это судьба. Ладно, берем, короче, стики. Вот такую тему и погнали таким затаром. Ну, не очень, не очень, ребят, не очень. Первая игра была качественная просто. Не знаю, не буду я ее вставлять, первую игру, потому что там... Такой трэш. Осталось нас трое, у нас поливали все, почему-то вышли. Что ты хочешь от меня? Я сейчас тоже пару тычек дам. Иди погуляй. Так, ну нет смысла нам тут качать третью, потому что тут нету таргетных. На линии, в смысле, имею в виду, нету таргетных способностей. И вообще, в прошлой катке 4 таргетные способности ВС меня были. И было по кайфу. По кайфу было. Вот эту всю тему узреть. Когда юзают. Короче, хил, поехали. Нужен хил будет. Будем по тавру бычить. Невозможно ласт хитить, просто невозможно. Базилка сейчас будет. Будем просто пушить. Пятый левел, базилкой погнали. Но на базилку настилили. Наконец-то. Электр пошел сюда. Надо отойти. Крипы зажали. Хреново очень. Да инвокер сдох уже. Не кликай. Уф. Нежданчик. Нежданчик. Я не ожидал, что инвокер там. Еще инвокер же вроде, по-моему, с этого. Лол. Статик филда умер. Парень вывалился с инвиза. Или откуда там. Ну, краешком старался продамажить, я так и получилось, жестко продамажил, почувствовал. Ребят, хочу через Йул, потому что там инвокер. И Войд, и Пудж, и Тинкер, надо через Йул, ребят, тут играть. Буду через Йул играть. Леон еще вовремя подошел. По кайфу просто. Обстановка по кайфу. Мы с Азеса кайфуем. Пойдет, короче, цешку. Вкачиваем на четверочку. Погнали. Обстановка по кайфу. Бэшка, бэшка. Гоу его. У него как раз книжка сейчас по идее в КД будет, а лакарь-то тоже у него уже нету. В спину захожу и насилую. Давай, 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 давай. Все попадет? Он, я не знаю, тут отвратительно все было просто. Не знаю, я бы с одной тычки его там не убил. Но был бы Юл, убил бы. Эй, не души. Не души. А, ну Тинкерос еще ракету дает. Инвокерос одну тычку дает, но не убивает тут.
Ну, санструйки еще там есть, по идее. Главное, Whitestone купить, и дальше все, можно дохнуть. Ну вот как? Вот как тут выжить, ребята? Как выжить? Побежал. Балабол за мной какой-то, бабло. Оло, бабло какой-то, балабол будем называть его. В этой игре. Балабол какой-то побежал за мной и убил меня. Ну, в инвизе бежал до победного. Ну, вард тут стоит. А, не, не вард, там же Неруб тоже. Ну, я мансовал. Не вполне возможно, что стоит вард. То есть, я как бы на опыте знаю, что в игре должны быть варды. Они должны присутствовать, по идее. Но в таких играх тут вардов не бывает, к сожалению. Наверное, я не знаю. То есть, я побоялся, я умер. Все. ГГВП. Умри, дед. Умри, дед, говорю. Понимающий Азиз. Азиз понимающий. Курьер лично мой, поэтому фармим спокойно. Обстановка по кайфу. Мы с тобою пофармим. Да его, в принципе, меньше тысячи остается у нас. Готэм какой-то файт. Шторма у нас понасосят. Промахится с инвокер у нас вообще метеорит. Там вообще непонятно, что навязал. Но я тут буду уже ваншотить просто. Хорошо. Тинкерос еще. Жалко, у меня нет мувспида никакого. Я там не достану, скорее всего. Но если бы... Блин, ну я не знаю, где твои змеи? Ну серьезно. Где твои змеи? Где твои змеи? Куда ты убегаешь от крипа этого? Обстановка по кайфу. Все, крипы зашли. Я иду. От санстрайки теперь только увернуться надо. Да, все, увернулись. Какие там ТПшки надо третий качать и бежать просто, я не знаю. Я не знаю, ребят. Это трэш какой-то. Но бой, скорее всего, будет меня сейчас убивать. Но я вкачал пассивку на раз. Пассивку на раз. Его хил возьмем, всякий случай. С пассивкой на раз уже бежим намного быстрее. Так как у меня тупо сапог. 359, но уже, да, уже поприятнее. Уже поприятнее, хотя бы процент. Какие-то 4%, а все равно. То есть, как бы, ну, так по кайфу обстановка становится. Обстановка по кайфу. Но там видели то, что двухволновый дэмэдж у нас на персонаже. И как бы попроще становится тем, что карапас он нажал. Да, он нажал карапас, но а толку-то? Один дэмэдж я нанесу, а второй заблочит он. Ох уж эти войды. Есть юльчик, есть юльчик, надо жить так. С Юлом, в принципе, можно играть, не боясь. Стоим наглую. Они, наверное, думают, почему он так нагло играет на разоре. Так у него же Юл. О чем речь? Все, на пуджа вгрызаемся, просто стакаем. Жаль, крипы вот эти вот. Крипы мешают снимать армор. Тинкерос там, смотрите, что делает обманщик. В наглую заходим сюда. Пойдет. Пойдет. Тинкерос обманщик просто. Пытался обмануть всех на свете. Вкачаем ульту, наверное, давайте. Говорят, полезная штука. Говорят, ультимейт полезная штука. Давайте сейчас купим тревела. У нас есть уже почти на тревела и юл тревела. Это будет топ. Да, не пойду я туда, братан. Не надо. Сейчас мы вот так вот сделаем, ребят. Для профитного фарминга. Вот так вот. Жаль, что тут не зацепил, немного не подрасчитал. Но профитный фарминг в любом случае получается, потому что сейчас с первым еще подфармим. Мало дэмэджа нанесу.
профитный фарминг. Ой, гайды профитного фарминга от Азеса, ребят, когда молнии в упор на разоре стреляешь. Когда там 90 дэмэджа всего наносит. Все. Так, есть у нас Евулиус. Если тут нету варда, то это хорошо. А так я могу отъехать. Го вот сюда вниз, погнали на Б. Сколько мувспида? Ну-ка, чекаем. 470 мувспида на пассивке второго левела. Найс, молодец. Сильный. Сильный, молодец. Так и напишем. Ну, скорее всего, где-то вот тут вард был, или вот здесь вард, я не знаю. Ну, вард вот тут маловероятно, что тут будет вард. Просто на логике пацан попал. Щещ какой-то на инвокере. Да, варды есть, но вард на руне где-то, я не знаю, я на руне еще постарался тут как-то к стеночке помансовать, чтобы обычно на центр кидать. Но, если честно, не ожидал, что сейчас уйду. Вот это, ну как вот этого, щещ какой-то, посмотри, он даже тавер добить не может. Как он может таким санстрайком попасть, ну я не знаю. Да, вот он, вард стоит. Лол. Кто мог подумать, что такой вард там будет стоять, ребят. Кто бы мог подумать. Что там такой вард может стоять. Так, ребят, ну я ставлю обычно вот здесь вот такой имба вард. Вот сюда, чтобы было видно этот кэмп. И не палился. Вот здесь вот обсерв и вот здесь вот ставится. Все, мы видим кэмпа и видим подход. Этого достаточно, более чем. Инвокер агон. Знаю, инвокера надо убивать. Щещ вот этот какой-то. Да, стоит. Крипы здесь были, значит он вот так пошел. Видели крипы, отходили зачем-то. Следовательно, где-то здесь этот щещ. Тавер пойду тупо. Видите, кэмп видно. Тинкерос не будет знать, в чем проблема, будет тыкать варды постоянно. Будет такой, а, блин, а где же? Как же? Почему же меня видят? МХА! Просто вот это просто варды, которые должны быть в игре. Можно, в принципе... А, не, ну я понял. Опа. Понимающий юл, санстрайк, закайтилы. Все, ребят, это просто называется понимающий юл. Вот такие юла я люблю. 200 дэмэджа с руки. Еще и тавер заденайл. Ну просто, я не знаю, просто какие-то огурчики засаленные в помидорчиках. Это что такое? Просто найс. Главное, санструйки заевейдили. Го вот на топ пойдем, пофармим крипчиков. Пофармим. Найс, фармится крипчиков. Пришел Веноподметатель. Забрал всех крипов, иди в задницу просто. Испортил мне настроение, я аж хочу ливнуть. Шучу, для гайда. Что же у меня с языком? Сорян, просто с языком проблема. Слушай, этот фермер на венике, я не знаю просто. Все, есть пассивочка в 4, сейчас будем чекать, сколько у нас мувспида, ребят, сколько у нас мувспида. Ну-ка, мне же интересно. Останавливайте видосик и смотрите, сколько у нас мувспида, ребят. Напишите в комментах, сколько мувспида. Тот, кто отгадает, получит 8 капсов. Шучу. А как тут можно отгадать, если можно перемотать и написать быстренько? Ха! 505 мувспида. 505, просто юл, тревела и третий спел. Салам алейкум. Че, погнали, ребят, душить? Вон инвокеры какие-то. О, а че, я ж на кату нажал, да как так? Я на кату нажал, и у меня почему-то на крипа начал. Ты понимаешь, ну плохо, ребят, плохо. Хилимся, живем. Бежим, короче, в наглую. Бежим в наглую, как животничья. Вот как собаки, гав-гав-гав. Ребят,
тем, кто вот сейчас вот такой думает, блин, дебил, что он несет вообще конченый. Ребят, у меня канал развлекательный. Как и обучающий канал, так и развлекательный. Поэтому вы должны просто посмеяться и сказать, ха-ха, дурачок, прикольно. То есть, чтобы вы понимали. Дагер. Дагер это плохо. Эй, а это еще хуже. А это еще лучше просто. Просто прекрасно. А это еще хуже, а это еще лучше. Трипле кукле. Пойдет. Ох уж эти инвокеры. Вы, а что за форстафы? Это что за форстафы были? Стрик зарядился, у него говорит. Стрик зарядился. Стрикует пацан на стриках. Так, ну надо уходить отсюда, ребят, погнали на низ. Как я люблю этого персонажа, ребят, вы даже просто не представляете. Я как-то уже рассказывал, вот я сейчас порассказываю, ребят, историю, просто внимательно послушайте, не перематывайте. И раз такой взял, уже перемотал. Ну, красавчик, спасибо. Ребят, за данного персонажа, почему я люблю играть? Потому что этот персонаж, это... И действительно, так сказать, дота. Это дота персонаж. Это дота просто персонаж, ребят. Потому что... дота это такая игра, где нужно двигаться. Двигаться как можно больше. Двигаться как можно больше и... То есть в этом и... Боже. Чтобы вы понимали, тревела пока на базе не выложишь. Типа на базу... Короче, не ТП. В общем, ребят, Dota это игра, где нужно двигаться. Ты бегаешь, ты постоянно роумишь там. То есть и мобильные персонажи... Это классно. Это классно. Не знаю, я обожаю мобильных персонажей в Dota. И Razor один из самых таких приятных персонажей на самом деле. На нем классно двигаться, он очень мобильный, хороший мувспид, большая вариация на то, чтобы убивать всех. То есть, чтобы вы понимали, этот персонаж один из таких моих любимых персонажей, потому что я люблю в доте передвигаться. Все знаете, что я люблю играть на роумерах, и вообще просто роумеры это вся моя жизнь, можно сказать. Майнкрафт, да, вот это просто. Но тут не Майнкрафт, тут роумеры, вот так вот типа. И вот, то есть, как бы, ну, смысл доты раскрывается в том, что ты... Не просто тупо стоишь, бьешь крипиусов и с этого кайфуешь, а с того, что ты... Да боже, что ж ты там в санстрайке, мистер санстрайк. Один санстрайк попал, думает уже все, профессионал, идет на лигу там и тому подобное. Так вот, ребят, к чему я? Что Dota это игра, в которой нужно бегать. Соответственно, этот персонаж полностью олицетворяет... Вот этого, ну, вот эту доту, вот именно вот эту доту играбельную такую, бегать, бегать, ребят, бегать, душить. Вот это и есть то, о чем я хочу вам поведать. Вот этот персонаж, это дота. Что ты несешь, черт побери, да? То есть персонаж такой и должен быть. Должен быть мобильный, быстрый. Просто быстрый, как бабочка, и жалит, как пчела. Просто вы должны это понимать, то есть... Ну, это класс, ребят. Я не знаю, как вам это развидеть. Донести, но это классно. Это классно. В таких персах играть это классно. Я догоню его, у меня 500 МС. Хорошо. Пуч даже уползти не может, потому что у него ног нет. Просто душу. Там, к сожалению, на боту пока файт идет какой-то, но мне пофиг, я на топе. А ТПшки нету. Самое, знаете, туповатое в ультимейте Разора, он таргетный. Ну, именно на одну цель, да, он по кайфу, он будет жестко убивать.
А вот, ну, проблема в том, что если много крипов, и все... И чем меньше у крипа хитпоинтов, тем хуже. Тем, что ультразора будет сбиваться. То есть он будет прыгать по всем целям. У кого будет меньше хитпоинтов, он будет того и бить. То есть в этом такая погрешность ультимейта Разора. А как бы one by one вообще ульт просто перфект. Перфект. Просто перфект ультимейт. Ты докапываешься до кого-то одного и просто уничтожаешь. И все. То есть это реально классно. Это классно. Забираем крипиусов. Промах, промах. Давай больше промахов. Еще промах. Еще промах. Еще промах. Ну, классика жанра, ребят. Ну, классика жанра. Доточка. Классика жанра. И Войд еще добивает Last Creep. Похлопаем, ребят. Похлопаем этому Войду. Похлопаем этому Войду. Похлопаем этому Крипу. Который исполнил для нас такие прекрасные промахи на бис. 4 промаха. 4 тычки. Смотрите, как было. 5 тычек, 4 промаха. Вот так вот было, да? Или 3. Или 3. Сколько? 4 тычки, 3 промаха. Вот так, наверное, было. Это жестко. Это жестко, ребят. Не уважаю таких крипов, которые не дают себя заластхитить, так сказать. Так. Тем временем у нас Щеш на линии появляется. Щеш с даггером. Давайте, может, попробуем за... И он с даггером, он по-любому попробует... А, нет, нет, все, ушел. Я думал, он по-любому будет пробовать убиваться. Убиваться. Ребят, убиваться. Так хотел застилить я, как маленький ребенок на топе сейчас вспомнил. Такой, ну блин, я хотел застилить. Такой, знаешь. Ну жизнь, ребят, бывает, когда хочется застилить кого-нибудь, а не дают просто. Так, ну товарок у нас есть тут. Ребят, хекс хочу сделать, потому что там там у нас инвокер. А инвокера ловить, как правило, в лете почти нереально. Он у нас будет юзать даггер, будет юзать гоустволк. Вон, стоит инвокер. Давайте вместе встанем, вот так вот специально. Нет, не встанем, все, отходим. Инвокер стоит. Нет, отошел. Войд у нас тут. Эх, эх, чуть-чуть. Чуть-чуть еще, ладно, погнали на топ. Мобильность, ребят, мобильность. Быстрый мобильный интернет. От этого, от какой-то там компании пчеловодов. Вы примерно знаете. Каких-то пчеловодов. Там 3700 у нас на кошельке WebMoney. И можно, в принципе, уже задумываться о следующем слоте. А какой же будет у нас следующий слот? Не добью. Добью. И не добью, если ударю, не добью. А вот сейчас добью. Задумаюсь, какой же у нас будет слот БКБ. Кто идет? Кто идет? Кто идет? Ладно, все, без Б. Без сосалити у меня не получится ничего. Не, я не знаю, почему Юл не нажался, такое себе. О, он вернулся. Щищ. Войд, го драться. А куда ж ты упрыгиваешь, го драться? Ну, Леончик, давай, давай, Леон. Давай, Леон, давай, ну... А, это иллюзия. Лол. Это иллюзия, бро. Посмотрите, он как настоящий выглядит. Так, если глаза замусолены, просто, ребят, играю в тур... Посмотрите! Он же почти ничем не отличается от настоящего. Почти ничем. Просто присмотритесь, они... Ну, они реально... Вот они вместе, когда идут, очень тяжело так. Ну, в принципе, вот если... Если не тупо всматриваться, а именно так смотреть. Реально тяжеловато, ребят. Ну, я просто... У меня это уже вторая игра на Разоре. Первую не получилось записать. И как бы, поэтому у меня уже, знаете, так оно замылилось. И я такой думал, почему он не дает хекс? Надо мем сделать. Лицо Азеса, когда попросил иллюзию дать хекс. О, вот это бан. Ребят, это бан на 30 дней. О, ребят, давайте я запишу еще 27.00. Мут. Давайте я еще как раз таки и гайд на мутик вам запишу. Next. Как сделать? Все, давай, он написал. Давай, одобрил, пацан, спасибо. СПС, что разрешил. Все, ребят, покажу еще, как... Next там выйдет у нас видосик, как дать репорт. Как дать репорт.
Вы просили давно за оскорбление родственников, чтобы репортик дать. Будет, будет, ребят. Гайдик еще. Инвокер нам его. Так сказать, сделал контент сам, инвокер. Но выйдет этот не сразу, когда я сделаю так, типа, вот я написал, и вот наказание. То есть я вот сделаю вот так, ребят. Так, что ж. У нас есть Окторинус. Продаем. Не знаю, 200. Не хватит. 50 голды как раз таки то, что у нас забрал. забрал парнишка на фантоме. Фермер. Фермер. Сюда, гоу. Все, найс. Я готов. Я готов заканчивать эту игру. Очень сильные слоты на 29-й минуте. У нас, кстати, еще фантом молодец. Что-то делает 5 на 3. Там какие-то даблкиллы были. Молодец он, молодец. Ребят, хочу посмотреть, отхиливает ли с ульты. Просто там непонятно, есть эффект или нету. Там немного непонятно. Надо сейчас уткнуться в крипов и врубить ульт. Я не вижу эффекта. Да, отхиливает, ребят. Вот я вижу эффект. Есть Окторина. Отхиливает, но очень мизерно. И оно должен этот отхил увеличиваться, ребят. Потому что, смотри, 89, 10, 20. Но очень маленький отхил, но он увеличивается по чуть. Он увеличивается. Он увеличится. Очень маленький отхил, но он увеличивается по чуть. Если с рефрешем попробовать два ульта сделать... Я думаю, будет прикольно. Давайте попробуем сделать с рефрешем 2 ульта. Попробуем выфармить рефреш. Как можно скорее. В чем приколюха Окторина, ребят, на разоре, что я ультимейт просто юзаю. Смотрите. КД у нас 44 секунды и длительность 30. У нас 15 секунд КД ультимейта, можно сказать. Пока мы там перебежим куда-то, у нас уже будет ультимейт. Маны он, в принципе, не критично берет. 200 маны. Эти 200 маны зарегенятся у нас за время. И норм будет. Опа, Неруб, смотрите. Вот, видите, я его не вижу, но он, как бы, ямка вот эта видна, ребят. Многие ребята спрашивали, что, типа, будет ли видно или нет. Типа, видно, но видно ямку именно, ребят. Най, спасибо, что не нажал Карапас. Карапас не нажал он. Так, ну я сильно дайвлю, ребят, мне нельзя так дайвить. Пала. Найс. А, не, не найс. Я умер. Я умер. Ужасно. Спустился с Юла, это 85-я карта. Очень плохо, рилит. Нужен вижен, наверное. Но Неруба тяжело так будет убивать. Нужен вижен. Неруб очень отвратительный становится, когда аганим на нем. Ребят, те, кто не видели видосик по аганимам, смотрите обязательно, потому что у Неруба бомбовский ультимейт. И бомбовский дополнительный спел от аганима. Как бы вот. Правда, через карту даже видно, это, если честно, дисбаланс. То есть, если ты даже попытаешься спрятаться... То есть ты не спрячешься, потому что видно через карту. Это надо фиксить, это надо говорить админам. Просто смотрите, такой разлом. И то есть я сам вчера играл на Нерубе и думал, что меня вот тут, допустим, не будет видно. Чисто как будто вот такая земля и будет. Но оказывается, короче, видно даже через карту. То есть если он тут закопается, будет видно вот этот разлом. Да, вот видели, сейчас разлом этот было видно. Он появился просто. То есть вот это, конечно, недоработка. Это серьезная недоработка. На айкапе админам надо это сообщить, что такая тема должна быть. Я дальше не пойду. Никто не поможет, я не пойду. Какой смысл мне туда лезть? Никто не поможет, если какой смысл. Фейл, доппельгангер, юзай свой. Ну, санстрайк пробую делить. С фейлом. Что, если он наступит? Все, найс.
Не хочется растягивать эту игру, потому что там инвокер. Наруб. Боже, БКБ, ребят, надо. БКБ, ребят, надо. Next on БКБ. Очень жестко душат. Неру просто от дефа очень жестко душить начинает. Надо БКБшка, ребят. С БКБшкой будем заходить, я буду соло заходить просто. У них еще есть шанс выиграть эту игру на самом деле. И неплохой. БКБ надо. Ну, осталось, в принципе, немного. 2 минутки БКБ будет на столе. Включим ультимейт, чтобы побыстрее фармить. И все равно заметно, что с ультимейта отхиливает, все равно хоть чуть-чуть, но хитпоинты возвращаются на исходную, так сказать. Гоу, вот этого пацана, гоу, ребят. Ребят, ну шторм стоит просто. Ну могли убить инвокера сейчас. Могли, но в принципе еще можем. Нет, уже не можем. Плохо, ФК стоит просто. Вот так вот, ребят. Могли сейчас убить. Проснулся. Сейчас будет БКБ уже. Так, ПЛ тут на линии, поэтому мы сейчас пойдем. Зафармим вот здесь вот лесочек. Ага, зафармили лесочек, называется. Потому что ПЛ тут все почистил. БКБшка сейчас будет. Сейчас будем с БКБшкой играть, ребят. Потому что так, с инвокера заходить на линию. Вот посмотрите, просто триллион идет. И хреново понять, какой настоящий. Серьезно, ребят. Чтобы вы меня там не закидали какашками. Тяжело там видно. А ты просто локсби. Да? Пейла убивают. Доппельгангер будет? Нет, доппельгангер он. Доппельгангер. Лупит ультимейт по товарам с покупкой аганима. Это очень хорошо, потому что пушить мы не можем. Пушить мы не можем. Можно Рошана пойти забрать, в принципе. Появляется у нас БКБ в инвентаре. 37-я минута, к сожалению, БКБ поздняя. Но я, в принципе, умер только всего 4 раза. И как бы... Так, ну... Не будем хапать мэтфорджетов. Не хочу минус армор. Инвокер у нас тут. Гоу, я иду. Unstoppable.
Где остальные ребята? Ой, тут еще. Если купол поставит, умрет от ульты просто. Стенка, оху, идеальная стенка просто. Ну я умер тут сейчас опять. Нет у меня ничего. Где наш... Блин, ну, ПЛ-чик фармит. ПЛ, блин, если бы топ не фармил, либо в драку пришел бы, либо... либо топ пушил, топ бы запушил бы сейчас. Да, ну, походу, они могут даже выиграть. Меня в купол просто закроют, я тут один-единственный, кто что-то делаю. Прям серьезно делаю. Ну вот, он только добрался до хайграунда. Да, он бы спушил, ребят, он бы спушил. Да сделай доппельгангер и уходи. На инвокере. Ой, на инвокере. АПЛе. Ну не хочет он так делать. У него 1500 маны, почему бы не сделать? Вот только сейчас он додумался это сделать. И то из-за того, что побоялся, что сейчас хук в него прилетит. Ну ничего страшного. Ребят, сейчас пойдем, надеюсь, пятером. И в пятером закончим уже. В пятером, го. Ну, вроде прокаст инвокера. Да доппельгангер есть же. Юзани по КД. По КД второй юзай. Что ты делаешь? Почему не жмешь? Он не жмет его просто по КД. Его по КД надо жать. Чтобы больше иллюзий. Больше иллюзий, больше дэмэджа. Или если тебе пытаешься что-то закайтить, тогда только не жать. Но он просто тупо не жал его. Там нужно кайтить, там нужно пытаться жить, максимально обманывать. Тем более с доппельгангера дается иллюзия, который получает такой же дэмэдж, как и сам персонаж основной. Шторма поймали, там БКБ, да? Войд. Да, БКБ, Войд. Но они могут это еще и выиграть, ребят. Хотя бы один барак попробую запушить. Опасно. Уйду просто. Да, шторм, конечно, очень печальный. Это и так понятно было в начале. Это и так было понятно в начале. Боже, как он меня нашел? Ой, не знаю, что я делаю, надо просто тупо уходить. Просто тупо надо уходить. Боже, пушает. Ну, я умру тут. Был уже Йул, ребят. Был уже Йул. Просто тяжело, нету у меня. У меня есть эскейпа много, но тут инвокер. Инвокера я никак не переиграю. Инвиз, все. Неуязвимость. Го-го-го. С руки просто. Вот поэтому я и хекс собирался собирать, потому что инвокера по-другому не убить. Го-го-го, ребят. Ну топчик сломаем. Топчик. Инвокер просто досаждает. Нельзя давать ему такое преимущество. Бэк. Уходим, я без байбека, я не собираюсь тут умирать. Не доиграла на самом деле, я там мог не умереть, когда пуш кушать начал меня. Так, но у меня есть еще один слот. Этот слот можно занять хиксом или же линкой. Так что, в принципе. А можно какую-нибудь молнию сделать, чтобы быть опаснее. Но единственное, инвокер будет спокойно двигаться в драках. Это минус.
То есть тут как бы так. Гоу, ребят, ну не фармите, пожалуйста, гоу. Или Рошу, но Рошу я не хочу идти, потому что там инвокер. На Рошана не работает, к сожалению, ультимейт наш. Крипа кушать там. Все, вот так вот правильно будет, если фантом будет танчить. Шторм может улететь. Может улететь. Чекаем, нет никого, нет никого. Фармим. ПЛ. ПЛ бери. Хорош. Стягиваем дэмэдж максимально. Все, хорошо. Гоу, 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 ребят, он просто фрик. Куджик стоит, просто не понимает, что происходит. У меня МС 522. ЮЛКД, ЮЛКД, ЮЛКД. Хорошо, просто идеально все по таймингам. Снимаем ему хейст. Все, и кошмарим Войда. Найс. Прекрасно просто. Просто идеально сейчас отыграл. Мне очень понравилось, что я сейчас очень много полезных мувов сделал. Инвокерус. Божественный прокаст. Но минус дэмэдж я ему кинул. Но дэмэджа по нему более нету. Го, пушим, пушим. ПЛ, ну а чё, а чё, всё, нету хп у ПЛа. Ой, лол. Всё, бэк, не зашли, ясно. Тараску надо, походу, делать, или я не знаю, как-то цеплять хекс, что-то надо делать, ребят, потому что так мы с Аегисом сейчас не зашли, серьезно. У ПЛа всё, хп кончились. Октарин там уже какой-то после прокаста. Да, мы походу проиграем эту игру тут инвокеру одному, потому что инвокер это сила. Фантом Лансер, могила. Хекс надо делать, ребята, и начинать файт. Найс, хорошо, что я не остался дальше тут стоять. Что не остался дальше стоять. Вот он инвокер идет. Ну надо хекс, ребят, я буду хекс делать. Хорошо, задушили пацана. Хекс, да, ребят, хекс next, там, чтобы инвокера я уже поймал, и там можно было душить. Санстрайк, бро, будет сейчас. Уходи, уходи, уходи. Б, 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 Б. Все, санстрайк был, Б. Санстрайк был, можно не бояться. Вырубаем базилку, чтобы видно не было. Нашу пассивку. Так, ну все, он ушел, да? Пешком бегает, походу, киричелик. Три 800 есть. Пол хекса, можно сказать, есть. Хекс тут в любой вариации нужен нам. Дэмэджа будет хватать, если я насосу, все сделаю правильно. А вот дизейбла, один Леончик у нас не справится. Надо помогать. Погнали в магаз сходим. В магазик сходим и отдадим Маквилу, купим орбу. Ребят, можно также еще и в дамагера уходить, в принципе, но в дамагера, я не знаю, нам нужно как-то инвокеру досаждать. Их зацепили бы. Жалко, жалко, его убили. Изи.
Изи. Это смерть будет воин сейчас. Нельзя отпускать. Ну почему такой мувспид у меня маленький? О боже, ну как так, ребятки? Вот это серьезно сейчас было. А ну я встану все равно. Свой ульчик даю. Эх, хорошо, забрал все равно, нас радует. Хорошо, тавр сможем забрать? Тавр успеваем забрать. Ну, я забрал, найс. Хорошо, прекрасненько. Топ тавр сможем забрать? Какой-то файт продолжается, но нет хитпоинтов, чтобы его принимать на самом деле. Я бы на самом деле ушел бы. Есть мистик. Надо отхиливаться, ребят. Да, есть отхил у нас с Октарина. С ультимейта. Это радует. Хоть небольшой отхил, но он есть. То есть в теории можно будет бахать нормально. Лат, плиз, ребят, повторю еще раз, что если я сейчас лат напишу, это ничего не поменяет. Это все равно, что в горе не писали туннель, хост, лаги. То есть разницы нету. Нету разницы. Лат, лат, лат. Не будет тут лата, братан. Тут ни на что не влияет этот латенс. Латенс влияет только если в случае, если у тебя фриз, если его побольше сделать. Найс, персонаж стоит на месте. Секунд. Секунд, ты уже получил свой за свой длинный язык, братан, на 27 минуте. Боже, ну... Леон, ну ж куда ж ты так? Все, ГГ, я умер. Да, начнет жрать его. Очень плохо, Леон, что ты так сделал. Ну, из-за Леона я сейчас сдох. Хрен с ним, я там, ну, ошибся, да, но Леон мог это вытащить. Леон мог это вытащить. Нету детекшена, у нас зато есть у Леона пустой слот. Вот латенс 0, это у нас будет минимальная задержка, то есть вообще задержки почти не должно быть. Но единственное, это может влиять на то, что у тебя могут появиться фризы. И наоборот, если у тебя фризы, больше латенс и будет больше задержка, но фризы пропадут. То есть тут такая работа, механика такая. То есть это тут механика такая на латенс. Радиенс у нас на венике. Так, ну плохо, я сейчас очень, так, не очень умер, не знаю, Юл, ну мог Юл, но не думал, что он так будет нагло ставить. Зе, ребятки, Леон мог затащить, но Леон в купола прыгает у нас, молодец, с даггером просто, неужели там так было сложно направить, что ли, я не знаю. Ой-ой-ой, что ж, ребят, еще надо будет сейчас нам чуть-чуть потерпеть, игру эту закончим, 22 на 7, играю Шторм, помойный 1-11, идет на мид. Просто я не могу это не написать, ребят. Он просто так уверенно идет на мид, как будто в себе, знаете, там Нави Дэнди сидит, который знает, что делать. И типа, ну я таких людей вообще не понимаю. Уйди, ну пишу ему, уйди, типа, и норм будет. Не, он не уходит. Санстрайк будет чисто. Леон, он 450 хп. Он просто выгнал меня с мида. Но там еще Тинкер, смотрите, ребят, одевается по чуть. Тинкер по чуть одевается. О, мид. Помойку вот эту. Иллюзия. Блин, лол. Я думал, он сидит, пишет, типа там, ну, они общаются, типа там.
О, ГГ, я тут умираю. О, ГГ. Ой, ГГ. Ой, ГГ. Ладно, я возьму 4 опса. Сори, карты не вижу. Леон не ставит варды. Саппорт. 4 стака вардов лежит. Я 6 слотов, мне придется сейчас просто выкладывать что-то. Тарас КПЛ сейчас будет соло дефить, умрет соло, и нам зайдут ХГ. У меня нет ПБ от ХГ. Найс, прокаст, инвокер, молодец. Там купола нету. Смотрите, видите, иллюзия какая жирная? Это иллюзия такая, это с доппельгангера иллюзия. Это иллюзия с доппельгангера. Вот, там, во второй доте она немного по-другому подсвечена. А в первой доте... В первой доте она, к сожалению, ну, никак не это. Не распознается. Она просто жирная и все. А во второй доте она немного подсвечена. То есть можно так обманывать жестко во второй доте именно. Но в первой ты это, к сожалению, не продумал. Не знаю почему. Ну, ребята хотят явно проиграть, ребят. У нас, которые в команде, не хотят вообще выигрывать. И придется сейчас ставить варды. Не знаю, каким раком я буду их ставить. Варды, Леон. И иди ставь вещи. Тинкер уже тоже начинает что-то делать. Ну там Войт уже начинает. Ну купол просто в меня ставится и все. Я умираю и никто не дамажит. У нас нету мозга. Нету мозга в команде. Танк должен быть отцом. Иначе вайп. Вот как бы я танк, я отец. И если меня убивают, все, ГГ. Я отец. Вместе надо идти. Вармить вместе. Главное не умереть тут от купола какого-то. Пацан стоит, просто чилит. Надо убивать. Вард снял. Но надо наказывать за этот вард. Хорош. Пудж вон вард поставил. Ребят, пуджика убить можно. Стакивает, смотрите, дэмэдж. Еще сейчас ему, еще сейчас. Смотрите, как будет ему больно. Боже, посмотрите. Он просто умер. Я настакал очень сильно там. Я очень сильно там настакал. Ребят, но нету у меня, к сожалению, ничего из дизейблов, чтобы юзануть на войда. Найс, у меня купол сразу. Ну, есть байбек, да. Нету байбека, ребят. А, найс. Делаем хекс на... Войда. Хорошо. Хекс на Войда, хорошо. Ультанем, чтобы попушить побыстрее. Все, отходим. Пэл пошел драться без хп. И зря. ПЛ без хп пошел драться, и зря. Так, ребятки. Инвокер идет дефить. Бежит просто на всех парах. Войда сколько не будет еще? Войда еще нет. Боже. Вот такое. Надо хотя бы этого пацана убить. Я умру. Санстрайк просто. Ну я не знаю. Не знаю, этот инвокер это... Там все так сплоченно пытаются... Ну там один инвокер делает, потому что инвокер это дисбаланс. Такой персонаж. КД ульта, 17 секунд еще. Эх, на руку ушел. 30 секунд до того, как у нас пейл реснется. Надо, короче, побегать, ребят. Иначе, если я сейчас умру, они пойдут закончить просто с войном. Там будет уже 6 слотов. Дабл дэмэдж у нас тут появляется. Можно Рошана побить немножко. Тинкер идет. Блин, ну не баш. Ну как же вовремя ты меня забашил? Я бы уже вот здесь вот был.
поможете? Нет, сейчас вот это плохо будет. Очень плохо будет. Очень плохо будет. Дерется Шторм. Шторм. Плохо будет. Сразу я понял, что там будет плохо. Войд без купола. Да пока мои тиммейты риснутся. Гоу, вот сейчас вот убить. ПЛа бы сюда. Войда убить. Просто за изи. За милую душу. Ну все, минус дэмэджа не будет. Куда жаль нету плазмы. Ну такое, ребят, ну такое. Такое, очень такое. ПЛ травела бы уже и взял бы себе два гиперстоуна. Хорошая иди, ПЛ. Надо скоординировать немножко. Там уже будет. Так. Бластер не достал. Нету детекшена. Сорян. Линка. В линку дал. Хекс. В линку дал хекс. Го-го. Рили забрать надо Рошана, не знаю, Юл продать что ли. Но мне нужен дизейбл нужен. Там у инвокера уже, к сожалению. Боже, посмотрите на этого шторма. Один Бладстоун, он у меня мид отжал. 3-13, ребят. Он у меня мид просто отжал, типа давай я про, я пойду на мид, типа иди отсюда. Где ПЛ наш? Почему так долго нет его? Но если сейчас инвокер сюда засыпет, извиняюсь, просто в горле что-то застрял, то будет ГГ. Ну, он фармит хорошо. Дайте венику, аек и сыр там. Тинкерос Бладстоун сделал. Зачем Бладстоун Тинкеру делать, я не понимаю. Просто неужели не профитно сделать догон и пытаться играть с командой? Шторм взял Аегис. Очень плохо. Очень плохо. Это очень плохо, ребят. Файт какой-то начался там, да? Ну, надо бежать. Сейчас какие-то лучше тогда заберем уже и побежим. Кого убили? ПЛа у нас, да? Плохо, очень плохо. Очень плохо, что убили ПЛа. Санстрайка, надо бояться, братан, тебе. Не знаю. Let darkness guide me, as the shadow wills. ХЗ не можем мы зайти. Фармят все, пацаны фармят, не знаю, хотят фармить в этой игре. Зачем? Зачем-то фармят. Не знаю, может некров делать и пытаться запушить соло. Пытаться соло запушить. Инвокер, не тинкер тут у нас, да? Бинкер. Не знаю, очень затянутая игра. Очень затянутая. Это называется игра Вайс Вокера, который на дефисе. Это так и называется. А если убьют, будет хорошо.
если никто даже не умрет из них. Это будет прекрасно. Когда Пудж идет. Пуджа надо убить. Там Войд на миде, блин, хреново. Го, Эдвакера попробуем. Лох. Пудж идет и Войд тут. Помоги, помоги, надеюсь, Войд не придет сейчас. Смотрите. Минус 300 там. Просто. Войд, 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 там Войда надо убить. У Войда вот диффуза всегда полезная вещь, когда... Когда там мана снимается. Мана снимается, Войд не может упрыгать. То есть диффуза никогда на ПЛ продавать нельзя. Апни, апни, диффуз. ПЛ, апни. 68 секунд до инвокера, и я еще живу. Да, ульт бьет. Ну все, ГГ. Ну можно сказать, тут ПЛ выиграл. Я раннюю стадию игры выиграл, ПЛ сейчас выиграл. Все. Вот вся игра. Войд будет прыгать, буду кидать сосалку ему. С Хиксом вместе. Подходит поближе, чтобы сократить дистанцию, чтобы прыгать. Если прыгает, то я ю нажимаю. То все просто. Ну все, ребят, вот такая вот катка. Надеюсь, гайд вам понравился на Разора. К сожалению, умерли всего... Не всего, а 9 раз, но потому что так нужно было, так как-никак я все равно танчил, бежал первый замес. Но игра, мне кажется, получилась более чем хорошая, ребят. В общем, ставьте лойцки и смотрите, смотрите далее игры, гайды, пишите на, ну, на next гайды, которые будут делать. Обязательно оставляйте свое мнение, какой гайд сделать еще. Ну и в принципе все.